стоял так снимал, потому что Антон с такой скоростью перемещался, что я где-то не успевал, наверное, даже. Сейчас не успеешь заишь. Ну дай посмотреть. На, смотри, снимай даже, дай посмотреть. Андрюха. Да снимай раунд, потом быстро. Закручи, Паш. Молодец, крути. И ушел. И крути, Паша. Спартак. 7 лет занятия курсом, 143 боя, 130 вышел победителем, 16 международных встреч, 13 выиграл. Крути, Паша, крути. Вот так, да, я атакую. Да, скорость добавь. Орёт. Выдёргивай. Алло. Здрасте. Да, конечно. Спасибо. Да. Я не кричу. Я понял. Спасибо большое, да? Крути, Паша. Да, Паша, выдергай, Паша, и атакуй. Вот так, да, Паша, да. Вот так, да. Паша, выдергай, атакуй. Вот так, да, Паша. Не оставайся, Паша. Не оставайся, да, вот так. Молодец. Да нормально там ударил. Вот так, молодец. И он с Луганска, 91-го года рождения, кандидат в мастера спорта. Паша, не иди прямо. Сейчас телефон.
Крути, выдергивай. Дима. Ну там обычно. Вот так, да, крути, выдергивай. Вот так, молодец. Нормально, нормально, Паш. Гуляй, гуляй, Паша, да, гуляй. Да выйдет. Пересекаются. Дружат постоянно. Все турниры все. Ну и как тут? Туда-сюда, да? Ну, это потом отдельно. Да, ну да. Там папа сказал, не все какие-то соревнования. Тяжело. Папа будет, кстати, все это со счетом 11-4 выиграл представитель Херсона Павел Тищенко и вышел в финал наших соревнований.